Ребята, всем привет! Как вы уже поняли по началу этого видео, сегодня мы с вами поговорим о бесплатных наградах, которые доступны на данный момент, и вы можете их собрать в новом событии, которое находится во вкладке «Временное». Называется это событие «Очки ПМКО». В чем суть самого события? Вы должны смотреть онлайн-трансляцию, и даже, если честно, не обязательно ее смотреть, просто открыть вот эту вкладку, и у вас вот здесь копится время просмотра. Дальше вы открываете ящички и собираете очки. Это событие еще вчера добавили, и многие просили сделать обзор, но не было еще возможности собирать очки, поэтому я, само собой, ждал, пока добавят эту функцию, и после этого уже записал. В общем, если вы собрали эти очки, нужное количество, вы можете их обменять, само собой, в магазине обмена. То есть можно обменять на серебро, ну это глупо, само собой. Можно обменять на купон классического кейса, на следы полета, кому они нравятся. Ну и самое сладкое, это, само собой, футболка, ну, более-менее, да. Ну вот костюмчик, который можно забрать, причем он не временный, а постоянный. Ну и так понятно, как бы цена 3200 очков, само собой, вы видели, как их сложно собрать. Поэтому костюмчик крутой, если получится на него собрать, это стоит того. Но, как вы понимаете, у нас разрабы были бы не разрабами, да, если бы они не добавили еще какую-то лотерею. И она здесь, конечно же, есть. Наверху, видите, написано «лотерея». И вы ее можете покрутить тоже за эти очки. Стоит 20 очков один прокрут. Вы можете себе выбить вот этот костюм навсегда и маску. Или, ну, на один день, да. В чем шансы намного выше. Помимо этого, фрагменты купона, серебро и так далее. Ну, это стандартное, да. Кто хочет, может почитать правила. Но, в принципе, я и так объяснил. Но, ребят, свои очки вы можете еще и приумножить. Вы можете ставить ставки. Если вы разбираетесь, конечно, в турнирах, в командах, я, в принципе, не разбираюсь, поэтому просто поставил на самую известную. То есть, как вы видите, здесь у нас есть события, заходите, и здесь есть, в общем-то, текущий призовой фонд и так далее. То есть, вы можете поставить вот так ставку, допустим, как я уже говорил, на самого известного, еще раз давайте поставим, в принципе, 10 очков, давайте пусть будет. И если вы угадали, а если они победят, то вы получите, само собой, больше очков, награду, и это приблизит вас к возможности забрать тот костюмчик, или фрагмент, или майку, ну, в принципе, что вы сами хотите. Если вы разбираетесь, напишите, на кого лучше ставить ставки, ну, давайте поможем друг другу. Мы же все-таки тыквенные войска, а тыквы помогают друг другу. И да, еще один момент, ребят, по поводу времени, то есть сколько будет длиться это событие, оно будет проходить целую неделю, ну, сколько и будет проходить сам турнир, да, поэтому заходите, просто можете открыть вот эту вкладку, у вас будут копиться эти очки, и вы сможете собрать и обменять на что вы хотели. И да, ребят, получаю очень много вопросов от вас в комментариях, да и в директ в Инстаграме насчет сегодняшней рулетки, которую добавили. Все спрашивают, где бесплатный кейс, потому что ранее нам всегда разрабы добавляли, помимо вот такого вот скидочного купона, еще и бесплатный кейс. На этот раз, к сожалению, его нет, поэтому радуйтесь только скидочному купону. На этом видео заканчивается. Ставим лайк, если оно вам понравилось. Дизлайк, если оно вам не понравилось. Подписывайтесь, нажмите на колокольчик. Ну а с вами был Dream. Всем топ-1.